все-таки поиграем еще раз в реалистичную. И надеюсь, на этот раз ролик будет, ну, длинным точно, да, я так уверен, да. Ну, во всяком случае, мы попробуем поиграть. В прошлом видеоролике я так и не поиграл, в общем, потому что меня убил тиммейт, и мне это не понравилось. И вот и все. Ладно, у нас какая-то миссия будет. Охрана заложника. Опять же говорю, такая уже была миссия. Ну ладно, мы попробуем во всяком случае поиграть. Давайте мы возьмем это. Так. А, ну можно было взять Тачанкина. Ну, в общем, ладно, неважно. Кто-то взял Тачанкина. Я возьму новобранца, я не хочу Тачанкина. Я бы мог взять Тачанкина, но я не возьму Тачанкина, потому что Тачанкин... Тачанкин, все. Это уже все понятно. Так. Один сразу ушел, потому что ему не понравилась миссия, и он вышел. Ну ладно, мы попробуем сами поиграть и посмотрим, что из этого получится. Ну что ж, давайте. Сейчас у нас загрузится наш друг, наш тиммейт. И надеюсь, миссия никого никто не убьет, и мы сразу же попрям. Так, Камерон настроил немножко, чтобы показывал меня. Так, ну что ж, у меня есть калаш. Противник рядом, к обороне. Я здесь забаррикадируюсь. Буду ждать, что будет. Взрыв пакет установлен! Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, зачем я это сделал? Взрываю. Да. Это лучшее, что я мог вам показать. Я опять никого не убил и взорвал сам себя. Просто я забыл, как играть в этой игре, и в общем... Я не знал, что это так получится. Ну ладно. Во всяком случае, я попробовал. Ладно. Врагу удалось найти заложника. Конечно, они... Противник занял заложника. Давайте. Противник заряжает! Все, он ранен. Не дергайся! А один он никого не пройдет. Так, давай, ползи, ползи, ползи. Ну. Все. Ничего не происходит. Такого особого. Ха! Поражение. Это реально было весело, потому что я поиграть не успел, и в общем, ладно. Зато мы посмотрим, как их убили. А убили их очень... Охренеть. Ладно. Прям все в одном месте. Охренеть. Так, я никого не получил. И счет у меня 6. Ну ладно, хоть что-то, ладно. Мы сегодня будем перепроходить данную миссию. Но чуть другую. Давайте я ту не хочу. Потому что я не хочу опять зафейлиться. Я буду проходить опять антитеррор. Реалистичный. Я не хочу перепроходить одну и ту же миссию, потому что вам будет скучно на это смотреть. И просто давайте между миссиями давайте так сделаем и все. Так, что это такое будет? Не знаю, что будет, но давайте попробуем. Так, деактивация заряда. Это уже что-то интереснее, чем заложник. Но давайте попробуем, поиграем. Так, кого я выберу? Так, давайте опять это выберу. Давайте. Пистолет у него какой? Понятно. Давайте не голосовать. Осталось двое. Опять тот же парень, который был. Только что. Так, ну остальные все другие. Ладно. Поиграем. Так, надеюсь, у нас все получится. Давайте. Начинаем. Камеру немного поправлю. Чтоб она снимала меня. Да. Давай, загружайся уже. Так, ну все, давайте. Приготовились, давайте
Я все приготовлю. Заряд. Я уже настроил стрельбу. Так, у меня есть заряд. Я не хочу заряд. Потеряли деактиватор. Нужно сами берите, его. Давайте, на. Нате, ребята, эй. Алло. Заряд берите. Ну, хотя похрен. Ну, хотя можно взять. Деактиватор получен. Нет. Нужно обезвредить конечно, взрывчатку. Не хочется его брать, но я его взял, ладно. Так. Ладно. Взрывчатка найдена. Вам нужно деактивировать ее. Сразу. Давайте. Сразу. Так, ищем, ищем, потому что это реалистичная сложность. Это реалистичная сложность, и на реалистичной сложности нужно иметь какую-то все-таки тактику, чтобы пройти эту миссию. Так. Тактики у меня никакой нету, поэтому приходится вот так вот играть. Погнали. Тянь-тянь. День. Никого нет. Получите шумовую! Оп. Проникнуть. Проникновение. Пошли дальше. Так, тихо. В сторону! Заряд найден. Ваша задача установить деактиватор. А тут уже кто-то. Тут уже кто-то прошелся. Ладно. Что здесь? Это? Вот это ж. А, это. Понятно, ладно. Хотя можно здесь постоять. Я этого делать не буду. Лучше пойду. Помогу своему. Семье, конечно, сейчас не завалят. Давай. Нормальный. Отойди, а? Стреляю! Зачем? Ладно. Никого? Вниз. А, у меня деактиватор. Чё я туплю? Давайте. Так, уставь. Деактиватор запущен. Все к обороне. Куда, блин? Чуваки, вы где? Что делать? Чё вы внизу? Спускайтесь. Help me, please! Конечно, да, меня убили. Потому что никто мне не помогает. Враг нашел деактиватор. Все, потому что они все... Команда, охренеть. Хотя нет, они мне помогли. Это немного. Провал. Дебилы. Дебильная команда. Ну что, давайте перепройдем или как? Нормально была карта или... Ну, хотя как бы ответить, только в комментах. Ладно, люди стали выходить, то я давайте выйду, потому что... Пока мы не пройдем, мы не закончим этот видеоролик. Вы понимаете, он может идти час, там, два, три. По-любому. Главное, мы должны пройти хотя бы один раз. Реалистичный. Давайте. Так, главная команда. Давайте. 25 секунд. Может, зашли за 10 секунд. Ладно. Так, что делать? Давайте стройплощадка тогда. Улица. Ну, давайте улица, ладно. Новобранцы, да ладно. Вся команда новобранцев, что ли, будет? Ладно, неважно. Это круто выглядит. Сейчас тоже новобранца выберет. Окей. Давайте.
Противник должен быть уничтожен. Так. Мы готовы. Что будем делать? Враг находится на... Меня тоже не ранили еще. А, не ломай так. Успел. Если бы не успел, я бы взорвало. Тихо. Так, никого нет. Твою мать. Так, все. Там же больше никого нет. Твою мать, мне хана! Мне хана! Я же услышал, да как так? Ладно, надеюсь, у них все получится. Стерых. Ему хана. Почти. Один хп. Один хп, ребята. С вас лайк. С вас лайк, один хп ему оставили. Это точно с вас лайк, ребят. Так, ну это круто, смотрите. А, я тебе помогу. Нет. Один хп. Ладно, нормально. Нормально, ладно, прошли. Я хотя бы не на последнем месте. Ладно. Че, переход будет? Нет, они вышли. Ну, я выйду. Мне повезло только, если бы не этот, как его назвать-то, который взрывчатый парень, то я бы еще там кого-то еще убил. Но так как он мне помешал, я его слышал, но я не успел повернуться убить его, понимаете? Вы можете пересмотреть этот момент. Я просто не успел, понимаете? Такое бывает. Это что такое будет? А, ну понятно. Сейчас будет вообще жопа команде. Мне никогда не нравится эта миссия, потому что она тупая. Чем она тупая? Тем, что никак не пройдешь ее, никогда. Ну, вообще пройдешь, если команда нормальная, но я думаю, у нас команда не так уж и крута. Ну ладно, во всяком случае я попробую. Так, у нас двое еще выбирают костюмы. Ладно, подождем, посмотрим, что будет. Что, начинается, нет? Или как? Все, начали. Давайте. Мы должны затащить. Найдите цель. Обязаны затащить, давайте. Займу позицию. Не расслабляться. Так, вспомнился, но непонятно где. Так, ну зато я хотя бы не один. Давайте, осторожно. У нас пятеро это кто-то. Давайте. Че, я пошел. Не знаю, как куда я пошел. Чё, как дела у вас там? Оп. Чё там? Нормально всё? Я про них пусть. А, ну ладно. Заряжаю! Так, здесь никого. Чуваки, смотрите, как я валяюсь. Пошлите. Чуть не выпал, ну ладно. Сменим интерьер. Чё, как дела там? Я сорваю! Чё мы ищем? А, заложник, понятно.
взорвусь, но не похрен. Местонахождение цели известно. За дело. Как это делать? О, шикарно. Ни хрена. Я помогу. Граната. Я не могу. Я где-то взорвусь. Твою мать. Я чуть туда не пошел. Ладно. Angie, get the bombs. Do you see them? Так, это все. Нет. Так, ладно, идем дальше. Че, где он был-то? Только что. Okay, let's get the hostage. Да где он? Я же не знаю, где он. А, его уже били. Шикарно. В порядке? Заложник в безопасности. Эвакуируйте. Все. Враг приближается. Охраняйте цель. Я за тобой. Чуваки, подождите. Я с вами. Не уходите от меня. Все, пошли. Я пойду с этим парнем. Я буду его прикрывать. Забрались. Ай! Ай-яй-яй. Заложник у нас. Уводите цель. Так, а что делать? За мной, бегом. Stairs, stairs. Заложник потерян. Все на поиске. Конечно. Как он попал на крышу-то? Живо вперед! Ой. Конечно, да. Я просто не заметил его, понимаешь? Вообще. Давай теперь пройдем, мне понравилось. Одно убийство, да. Я на первом месте. Охренеть. Все, мне дали 8 уровень. Или нет? Нет, не дали. Давайте повтор. Что будет, то повтор. Повторно. Давайте, не расходимся, давайте, у нас все получится. У меня получилось же. Давайте. Банк. Давайте. Пройдем. Пытаемся все-таки пройти. Давайте. Так, опять новобранца беру, потому что мне понравился. Я почти что там всех убил с новобранца. Давайте пойдем в ювелирный. Так, начнем. С ювелирного. Давайте. Кто-то выбрал IQ, кто-то выбрал Фьюза, кто-то выбрал. Бака, но я выбрал Вавранц, да, потому что он на русском написан. Это же круто, да? Ребята, найдите его заложника. У него даже имени нет. Он же новобранец. Ладно. У нас все получится, надеюсь. Так, окей, куда мы идем? Мы идем на крышу. Потому что на крышу нам нужно. Так, пошлите.
Блин. Я всегда путаю кнопки, поэтому у меня спуск. Я сейчас просто жопа будет. Блин, как мне сделать-то? А, вот так. Точно, давай. Нет, не так. Можно мне так вот? Когда я вот так вот сделаю, давай, о. Так, ладно. И чё там? Ща! Так. Проникновение. Так. Окей, окей. Так, нет. Осталось чуть-чуть. Мы, наверное, пройдем все-таки. Так, окей. Садимся. Ломаем. А, ну, понятно. Он за мной еще придет. Блин. Он где-то рядом. Так. Так, одного не насовал я. Так, давай, 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 чел. Чувак. Так, я еще живой. Я ранен? Эй, чувак. Эй! Help me, help me! Давай. Пожалуйста. Жить будешь. Давай, хорошо. Так. Ищу электронику. Я не могу его там убить. Блин. Так, окей. О, убил я его. Да ладно. Я тебе помогу. Давай. Давай, 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 давай. Так. Блин, там был еще один. Ставим гранату! Ладно, посмотрим, что будет. Ищу электронику. Diffuse, there was another one there. Behind the wall, left, 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 left. Нет. In the corridor. Told you. Ну ладно. Мы пока что ждем. Left. Left. Yeah, there. Группа реализована. Это провал? Ладно. Да, конечно. Так. Окей, я не на последнем месте, потому что кто-то вообще никого не убил. Но я подошел все-таки до 8 уровня, и теперь я могу... Давайте еще раз повтор тогда сделаем. Давайте. Никто не выходит, давайте повтор. Повторим. Потому что, как бы... Все получается, и одновременно нифига не получается. Но в основном все получается. Ладно. То, что меня убили, это как бы потому что я не видел врага. Вот и все. Ну, как бы я его видел, но он был под другим врагом. И, в общем, в общем, я подумал, что там никого нету. Ну ладно, неважно, уже все, мы там поиграли, все попробовали. Ладно. Так. Окей. Найдите цель. Давайте, побежали. Сперва думайте, потом делайте. Сосредоточиться. Да. Если не получится, то все равно. Ходить эту миссию надоело. Ну, во всяком случае, да. Блин, опять перепутал картину, как всегда. Так, ладно. Заберемся сюда. Меняем положение. Ни хрена, там кто-то стреляет уже. Эй! Откуда? На! Чувак, ты где? Готов. Там еще кто-то есть.
Заходим, осматриваемся. Никого. Проникновение. Пока что никого нет. Так. Противник обнаружен. Заложник. Ну давай же убейся! Я его убил. Охренеть. Так. Чувак, я тебе помогу. Никого нет. Давай. Так. Ага. Так, убил. Что-то мы опять кто-то ранен. There's two here. Так. Блин! Все, мне конец. Все, мне конец был. Ладно. Их трое осталось. Надеюсь, они все-таки. Противник! Это провал, это провал, ребята. Это просто это провал. Ладно, не знаю, как они. Если они сейчас выйдут, то я выйду и все, закончу этот видеоролик. Если же нет, то я еще раз еще сыграю. Ну я убил пятерых, а этого мне ничего не дали. Ладно, они опять же будут, так что я буду тоже. Как бы не все равно ли? Ладно. Так, новобранца кто-то взял, кто-то кого-то еще взял. Но я никого не взял, ну ладно. Окей, я все-таки выиграю. Я так думаю, я сейчас выиграю. Давайте. 5 секунд. Так. Найдите заложника. Жду сигнала. Не расслабляться. Так. Так. Мы опять к этому окну идем. Не перепутай кнопки. Нет. Оп. Так. Изменить я ничего не буду. Просто уже тупо заходим. Там никого нет. Че, на крышу? Я пустой, прикройте! Ну, на крышу я, конечно, не пойду, потому что это тупо. Проникновение. Чувак, иди! Не надо меня взорвать. Эй, ау, ты кто? Кто в меня стрелял, я так и не понял. Ладно. Оп. Вот надо монитор ломать. На, клавиатуру, на, на. На, там что еще можно сломать? Флаг. Да, его все можно сломать, все, что здесь находится, можно сломать. Никто не стул, ладно. Стул нельзя сломать, но это ладно. Книги можно сломать. Все просто жестко вот так вот. Хобана. Хобана. Автомат. Автомат нельзя сломать. Ладно. Блин, я сейчас взорвусь. Чем-то я все-таки взорвусь. Так.
Ладно, надеюсь, они все получится у них. Ладно, все. Заряжаю. Окей, мы играем дальше. Так. Мы развиваем дальше эти штуки. Волшебные, волшебные... Что делать? Местонахождение цели известно. За дело. Все, что можно. Окей, побежали. Это случайно не та комната, где... Неважно, все тихо. А чего вы внизу-то делаете? Заложник у нас. Уводите цель. Всем быть на чеку. Противник на подходе. Че, у меня нет ничего? Твою мать, не хана. Я забыл, как пользоваться гранатой. Ладно. Я чуть не взорвался. Все, только приступайте к эвакуации гражданского. Чуваки, мне надо туда. Эй, алло. Давайте, дайте мне туда. Ладно, видимо, я туда не пройду. Упустили заложника. Отправляйтесь на вот поиски. Окей, где залож? Залож уже там. Я хочу устроить взрыв. Просто взрыв. Потому что я ни разу не устроил здесь взрыв. Давайте. Просто так. Хоп. Взрываем. Чуваки, мы все готовы. Сорвалось. А еще меня сейчас убьют. Хорошо, надо быть осторожным. Меняю магазин. А, я раненый. Я раненый, помогите. Кто-нибудь. Эй, ребята, пожалуйста. Help me. Go help him. Help me, please. Help me. Эй. Help me! Hey, help me, please! Нет, 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 нет! Help me, please, help me! Есть, все. Все, хп есть, все есть. Behind you, inside. Так, окей, мы в игре. Пошлите. А, внизу кто-то. Не знаю, какой, но я... Blue fence, left side. Заложник в безопасности. Эвакуируйте. Так, куда мне идти? Чувак, ну что там? You didn't get him. He isn't dead. Тихо. Ай. Давай, мочи его, мочи. Чё там? Есть что? Пошлите, но нам надо вниз. Блин, как бы не фейл. Блин, я фейлнулся. Огонь по своим, а кому? За мной, бегом. А, понятно. Нет! Заложник потерян. Все на поиски. Заложник ранен. Помогите ему. Так. Заложник жив. Продолжайте. Приступайте к эвакуации гражданского. Окей. Неужели мы прошли? Я прям не верю. Все. Давайте. Ну, я же здесь.
Все, мы прошли. Я сдержал слово, то, что мы наконец-то это пройдем. Заложник да, не с нами. Искать. Все? Отлично. Жертва спасена. Я даже кого-то убить, наверное, успею. Нет, не успею. Ладно. Все, мы прошли. Я так и не понял, там кто-то был или нет. Успех! Все, мы прошли игру. Мы прошли Rainbow Six. Мы, ну, как прошли? Мы прошли миссию только. Но это не важно, главное, что мы ее прошли. Нам что-то сейчас дадут, видимо. Ну, я не знаю. Сейчас посмотрим. Убийство 3, но я на втором месте. Но это круто, ребят. Я получил дофигища опыта за прохождение. И все-таки, ладно, все вышли. И давайте я выйду. Потому что, ребят, мы прошли, и, как я обещал, наверное, все. Следующие видеоролики будут позже. А сейчас, ребята, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Новасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Новасов. Пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока.